Ремонт 30 улиц в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе завершен. В конце января, исходя из плана на текущий год, в эксплуатацию сдали 17 участков дорог. В феврале закончились ремонтные работы еще на 13 объектах. Среди них проезды между садовыми товариществами микрорайона Дергачи, СНТ «Кальфа-1» и «Парус-6». Улицы Гавена, Покрышкина, Шостака, Мирная, Станюковича, Камбрига Потапова, Новикова Прибоя, Серго Орджоникидзе, Трубная и переулок Краснодарский. Такие данные опубликовал губернатор города Михаил Развожаев на своих страницах в социальных сетях. Далее цитата. Работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идут опережающими темпами. Всего в 2023 году в Севастополе по нацпроекту мы отремонтируем более 100 объектов, включая 5 мостов, отметил Михаил Развожаев.